Так а ты что, блюпринты потратил на нее? Ну, слегка потратил, у меня еще есть. Я нашел сотку, я же бегал за блюпринтом. И что, с сотки стака выпало? Нормально. А болт живой, нет? Дай-ка я ему с болта повешу. А болт? Болт есть у нас? Вроде с нами. Со мной я, болт. Ты с болтом убежал? Я с болтом убежал, да. Да блядь. Ну давай, давай. Ненавижу эти, блядь, подъемы, которые, блин, вроде бы как два пальца обоссали. Справа там. Так, дом, здесь... Какой дом, интересный. Дверной проем. А это ж все это, как его, скала? Я впервые такую большую скалу вижу. А кто там бегает? Адекват вроде бегал, я видел. Адекват бегает. Не, ну конечно, так вот пилары ставить. Ты адекватно убил, считай? На, ты мне принеси болтка, я ему хэдшот повешу, давай. Нет, ты же с лука вешаешь, вешай с лука. Так он далеко очень. Какого лука? Что ты? Треть? Пиздишь, вот внизу еще кто-то. Что-то мне кажется, готовится к рейду у нас. Может быть. Вот внизу бежит какой-то бичонок. Сейчас я ему. Хэдик. Ой, хорош по нему. Квадрань. Ой. Ложился. Четверо их, да? Я только одного видел. Трое или четверо там задом. Они втроем вылезли, давай три ебла, короче, помогать, ни один не попал. Вообще ловко. Вон они убежали далеко. Да, кстати, пошли. Домой бегут опять. Слышь, они лучника увидели и, наверное, наяривают домой быстрее, чтобы он их не слил. Ага. Бежи, бежи, это толкаются уже три калаша. Это мой личный лучник. Личный. Отлично. Это не мой личный друг, ебать. Блять, как он кодишь, это сказал? Кодишь. Сейчас, Оливер, попробую эти ставни поставить. Давай. Все, нормально, я поел. Сейчас мясо будет выпадать, пойду принты искать. О, какая красота. Ну, вообще нормально. Теремок, да? А ты этих там посматривай. Теремок, блядь. Жалко, что по одной они не открываются. Это было бы прикольней. Ну да. Так, заодно и спрятался, считай. Бегают там, бегают, одного вижу. Второй в окне. В смысле? А почему они отвалились? А почему ты решетку поставил? Уй, вам, они калаши пишут. Ну, потому ой, что... Выбежал, это... А может, надо было сначала бежит решетку, а потом ставни? Блин, этот пилар здесь вообще, конечно, очень удобный. Да, эй, да я, мой. Очень удобный. Есть. Я ему два раза попал. Да потом снесем, это временно. Нет, это Плюшкин, ты прикинь? Сколько их там живет? А, так они... Ты там вообще до хера их? Да, Оливер, смотри, поставил. Угу. Ну, короче, сначала надо решетки, а потом... Решетку, а потом ставлю. Да-да-да. Я понял. На, сука. Так, теперь кодовый замок есть. Так, теперь ставим полочки. Не-не. Щи, ну посмотрим, как они выглядят. Да нормально. Нормальдос. Главное, чтобы их не спалить так. Оп. А, так опа. Опять звук. Ничего, нормально, да? С улицы не видно? Что? Да не, нормально, я вроде поставил. А как сюда ящик ставить? Один только? Что за мной? В кустах, ну, вроде типа того. Можно а вот так. А поперек нельзя поставить? Вот так два раза? Ну, да, можно да, поперек, тебя... но они вылезут. Ну и похер? В смысле похер, блядь, у тебя на улице будет торчать. Ящик. Не, внутрь, чтобы торчать. Никогда так. Не, пока так сделаю, что два. Остальные потом расставим. Оп. О, прям нормально. А вообще, туда можно все складывать, да? Всякие светильники. Костер, ага. Наверное. Светильники, костер, нормально. Да. Все, ради чего полки были предназначены. Для светильников и костров. А я полки и так делал. Я ставил фундамент чуть ниже, короче, или чуть выше, и полку делал через потолок. Так, ну вот, хотя бы так пока сделаю. Так, значит, мы полностью переехали, да, туда, на скалу? Ну да, нет, там дом целый, там всё, дом целый. Дом. Там также можно там, бои какие-то. Не, ну вести, просто я немножко удивлен, что пишут, что нас зарейдили, если в клубале просто две стены. Одну стенку. Ну, одну стенку. Нихера себе, давай я тоже вам скажу куда-нибудь соседу стенку в клуба деревянную. Скажу, я зарейдил. Зашибись. Правда, лута нету, наверное, нищеброды. Так, я подбегаю свечок к дому. Ну да, тамбуров не было, потому что что-то я вчера слишком устал. А где лестница? Да ее разбили, лестницу. Надо скрафтить. Вот же гандоны. Давай сейчас заисасу.
Вандал. Я не знаю, я вообще по лестнице, блядь, не поднимался. Пару раз там поднялся, нахуй. Да видишь, блядь, адекватно, нет, если бы я знал, что ее нету, я бы побежал сразу подниматься. Нет, на меня лучник нападает. А когда меня с болта стреляли, я, знаешь, пытался быстрее это было. Да. Сейчас помогу. А у меня же... Я же с камнем, друг. I'm friendly, подождите. I'm friendly. Friendly, бро. Попал. Ага, давай, мочи его. Ну я умру, похоже. А кто сфакел? Я сфакел. Это наш. А этот... А где лучник? Я бегу тоже. Нет, кто-то еще сфакел. Стой, подпрыгни, мастер. Вот это я. Ой, он ты мимо него пробежал, мастер. А вот он. А вот он. Вон он с скалы побежал. Вот, пошли за мной. Ой, факел проведет тебя. Вот, вот здесь вот он. Между скал пробежал, да-да-да-да, туда. Раз, два, три, не четыре, направо, пять. Не-не-не, налево, прямо или налево. Я пойду тебя искать. Прямо. Вон он, видишь, улепетывает мастер. Ага. Да, в атаку, я буду щитом. Как бы в тебя не попасть, отойди. Да давай, убьешь и хер с ним, я буду его отвлекать. Либо по роже ему пару раз дам. Давай. Оп, свалил. Не обращай внимания, мочи его. Он может меня добить захочет. А может я даже и встану. Ой, как залагало. Такие крики смачные. Ой, я ничего не залагало. Зависло. А, у тебя что ли? А вы с болта в него не попали, да? Не, я не успел, я его даже не увидел. Ах ты, блядь. Че? Они уменьшили ящик, что ли? Да, вроде как. Пидар, а нахуй они вот эти квадраты делают? Все, убил, мразь. Хуй. Ага, молодец. Ты готов, Боня? Вроде не могу. Да, да, я скопытился. Тебя поднимать или что-то? Я скопытился вообще, в смысле. Умер. Ага. Нихера у него резов. Во-во-во, нормально. Но я же сказал ему, я фрейм. Камень летает. Дерево все. Нормально. А-а-а. А то камень был у него? Да. Так я 15 тысяч... почти... А, да как было, короче? Дверь он открыл первую, я ему хедшот повесил. А, ты ждал. Рассказываешь про этих, которые не договорились, да, мастер, мы с которыми. Говорит, ага, ага, но. Короче, не подбежал к двери. Он ее опять открывает, я ему хедшот вешаю сразу и забегаю в дом. Потом ребята подбегают. У него там рецепт. Там рецептишки, блядь, вся хуйня. 20 тысяч камня, 6 тысяч сульфура было. И нормально. 1500 блюпринтов. Ничего себе. Нормально. Получается, коллаж, болтов, Томпсон изучил. Маску. Хера себе. Эту амбразуру изучил. Горизонтально. Да, да. Нормально. Надо ее поставить будет. Угу. Ой. А, на стойте, я надеюсь, нам вы не поставили ее. А? Вот. Нет. Нет. Да. Расчленю и убью. Кто поставил здесь железную решетку, блять? Я. Какого хера, знаешь, я сюда амбразуру хотел? Потому что здесь не видно, кто на камнях не видно будет. Я понимаю, ну, как бы сверху я планировал. Амбразуру мы на втором этаже поставим. Ну так амбразуру на втором этаже как раз и заслоняли бы это. Я хотел на втором этаже, чтобы видно было скалу. А что, нам потолок надо ковырять? Что потолок? Да, потолок надо будет расковырять какой-нибудь. Ну да. Смотри, просто я здесь стреляю, ничего не видно даже так в окно. Приходится на ящик вставать. Вот они вот здесь сидели. Ставни мне закрывали. Я открываю, они закрывают. Я открываю, они закрывают. Вони! Крафти мне, пожалуйста, три ящика. Ящик? А, у вас не изучен, да? Заходи. Не, в печке железо и тут дерево. Так давай я скрафчу тогда на изучение, не? Рецепт меча надо двуручному, кому? То есть есть. Ну, я давай. И говорю, у меня три ящика скрафти, я изучу. У меня изучено, так, меч. Так, так, угу. Патрон пистолетный, наверное, никому. Оп, на два хватило. Еще дерево. Вот еще дерево. Вот, вот от кого сейчас опять шло? Что-то тут нечисто. Че? Ну ладно. У кого-то телефончик. Я тоже Саш. Шалит. Нету. Вот телефон у меня лежит, он даже не смс-ки, ничего. Ну это когда он сети ловит, не ловит, там приходят помехи. Тот, кто слышит. Да нет, блядь, он вообще до этого далеко был. Это если бы я возле микрофона его держал, еще бы ладно, да. А что это? Шприц валяется? Рецепт. А это рецепт. Ну там Оливер крафтил шприц. Не-не-не, это рецепт. Рецепт. Ну камни у нас до хера, на второй этаж хватит. Mm-hmm. Да, там 15 тысяч камней, короче. Вообще да, еще вот 5 отобрал у этого бомжа. А как он там? Чебурашка? На. Адекват, скинул один. По одному пока начинай, да? А, ну. Да он крафтится долго, 40 секунд. Какого хуя факел? Да что за хуйня, блядь? То в этот, в Repair Bench, блядь, закинут бинт, блядь.
изучение бинта. Починить бинт, там, да, там одна ниточка оторвала. Это рейдеры, наверное, закинули. Не получилось, окей. Жесткие рейдеры были очень. Одна секунда. Смекалки. Ой, да. Нет, это один ящик, 13 секунд. Так, подожди, я... Ты подал дать его, короче. Опять соседи, что ли, смотри. Да, ага. Это мастер. Опять он, что ли? Да. Сейчас он с болта будет, увидишь с крыши. А, это он про это нам втирал, что у него домов много. Это он только построил. Это дом новый. А, это новый? Да, за ночь. Ну, херачивай. Короче, он это, пиздобол, да? Да. Походу. Понятно. Тот-то мы ему застроили же там полностью, он же там не жилой. Так, спальня. Забаррикадировали. Так, Ща хуй на север зайдешь. Стоям. Да, сейчас народ дохуя. Это, а у кого кирки-то пиздатые изучены? Ой. У меня. Да? Вот. Кирки изучены. Жилет. Надо же это, потолок колупать. Ой, а чё он... А, подожди, кирками же сейчас не вариант вроде потолок колупать, не достает. Чем? Да. Ну в прыжке только. В смысле? Кого? А, знаете, как ящик можно ящик поставить, да? А там с Томпсона стреляли? Чё, лестница есть, кирки? Пацаны? Да, есть. Да, есть. Блин, я подхожу. Давай. Попытка номер 8. Я вроде тебя вижу даже. Да вот я. Ага, вон он прыгает. Да я так просто прошлые 5 раз и подходил. Меня тоже все видели и убивали меня около дома. Все публично видели твою смерть? Да. Загрейдили. В смысле исчезло? Чё за херня? Смотри, исчезает полдома у меня. Я вижу, пока они там бегают. Это баг. Баг, когда грейдит, она исчезает. Да ё-моё, кто стреляет-то? Да нормально. Я сейчас хожу. Господи, блин, не обделался. Уже на измене, Оливер. На, теру надо спальник положить. Да. Ага, да. Офигеть. Прямо на пороге. Опять, ну ладно, поднимем. Дверь закройте. Закрыл. Лутаю тебя, лутаю. А, тебя вообще ваншотом, что ли? Нет, он меня добил. А это откуда? Нет, ты упал ваншотом. Ну так у меня 50 хп, конечно, ваншотом. С болтовки-то голову как? Оливер, ну, прописываю тебя в спальнике. Так. Угу, спасибо. Прописан. Ну, я почти дошел, можно так. Основа называется. Какой потолок, Бонни? А любой из этих? Нет, на почему? Надо выбрать, какой лестник поставить. Не, надо выбрать, чтобы удобный был. Не любой, да? Я думаю, вот этот, где шкаф. Вот этот? Да, тут спальник нахуй чуть-чуть. Мне тоже так кажется. А, кстати. Спальник сломать? Это мой спальник. Да, это, ломать спальники, я могу их передропать просто. Ты видал? Нет, в группе? Это Феникса. Вы написали про дверь. Да, видел. Да там уже. Ну что, пацаны, ломаем, да? Не увидеть там. Mm-hmm. А, кстати, смотри, кирками, поставил кирками. Пилар, стейбл вырос, Бонни, прикинь. Можно и позже ставить пилар. Кирки. Да, а, да, кирки я на есть? Это обратил внимание. Было 60. Оливер, молодец, герой. Донёс. Да я в прошлый раз у меня было раз в 5 больше. На, я Оливер, сейчас не рисковал уже брать столько ресов. Медвежьего места так, поешь. Я... Крафчу кирки тогда, что ли? Да, еда. У меня железный топор только изучен. Вас убил адекват. Да, он все по крам слава. Это фейк. Это мясник. Растовский мясник. Я видел фейковый адекват. Слушайте, ну так надо кому-то кирок наделать, кто умеет делать. Делает. Я крафчу по 2 минуты. Мастер у меня. 2000 скинул тебе. Спасибо, я печкой заезжаю. Я танцую, мы танцуем, я танцую. Я, наверное, мы рейдим свой же дом. Вот это рейд. А чё с того переехали? Ну, потому что нам нужен личный наш дом отдельно. А тот, я думаю, сделать как это, знаешь, военная база наша будет. Там будут шипы всякие. Наш блокпост будет. Ну как, там временно. Там херовую кучу народа повалили, они там все пытались зарейдить его, блядь, там нихуя нету. А ванпост, вот, блядь. Да. Заебался понимать. Кто туда залез? А, по столам, короче, да? Нихера себе ты нормально укомплектовал. Как говорится, надо беречь место. Ага. Залетает. Я закрываю. О, звездное небо, смотри какое. Панорамный воздух, да? А то у нас тут печка кочегарит по-черному, уже все как негры, да? Так, теперь да, эту бодягу разбиваем и лестницу. Вот так лестницу. Оп. Хоть в лоб. Оп. Нечаянно, да? Не, кстати, это не он, по-моему, стрелял его нет на крыше. Так, теперь мне нужен Оливер, наверное, с киянкой и камнем. Да, я как раз это делаю сейчас. Так, знаешь мои мысли. Еще 500 тебе булыжников скинул. Давай, да.
Если что, я погибну не зря. Да. Я пока это не знаю. Что такое? Оливер, да, подбери булыжник. Готов? А, готов. Ты куда ставишь? А вот сюда. Давай. Так, а ну, амбразуры на третьем этаже будут, да? Да. Да, да, да. Ура! Домик наш растет прямо на глазах. Ага. Да неужели штука? А без пиларов будет нормально будет, да? А он же без пиларов срастается. Пилары сейчас только посередине ставятся. Да. А, все, понял, понял. 200 фрагментов металлических на амбразуру. Ой, о, красавец. Ты что, видишь, какая хуйня? Пилары выбивают, ты один кто можешь... Вот здесь не... потолок. Оливер, иди сюда. Ну-ну-ну. Где? Че? Деревянный. А, да-да-да. Да-да-да. Давай. Ты загрызил. Так, что у нас осталось по камню, Оливер? Камни до хера. Ой, камни до хера. Я же забрал эти 10 тысяч там. Значит, продолжаем. Еще, короче, банкета. Где-то 12 тысяч есть у нас. Так, лесенку куда поставить? Ага, давай. Во? А, вот. Так, ну что, я думаю, попробую пилары сейчас воткнуть под ним. В любом случае, да. Стейбл будет, а то там пиздец. Здесь. Да я вижу, что это... Сейчас подойду. Давай. А, Бонни еще снизу пилары. О, эскимо и карпаччо. Эскимо и кирпеки пришли какие-то. Эскимо и карпаччо. Эскимос. Карпаччо, да. А что, грейдит пилары? Да нет, пока может не грейдить. Пока нет, потом. Че, расцветает, нет? Да. Блять. Печально, да? Такой расстроен. Да щита мой хуй зайдешь. А, карпатский, вот этот с болтовочник соседского дома. Это где вы думали, что мастер живет? Там карпатский живет. Значит, это не мастера дома, это карпатский и Ксима живут. Бонни, треугольничек не поставил. А, поставил. Все. Ага. Так, а здесь ну, надо было обдумать. Чего 4,5? Тысяч. Дерево? Сюда тоже надо пилар. Да. Хорош. 38 стейбл откуда. Отлично. Дерево нам очень нужно. А в треугольник ставится стейбл? Не пробовал, да? Не, а не ставится. Нормально. И вот сюда еще. Оп. А, сейчас бы ты как на шесте, короче, прыгал. Хотя прям между ног он был. Пилон, пилон называется. А, ох, меня стреляют. Или в кого? Че, уже по тебе? Прям перед глазами трейсер, блядь. А, вот он, да, на крыше этот, карпатский сидит. Сможешь его? Да. Бомбануть. Кто дерево забрал из печек-то? Так, знаете, не вижу дерево. Может, сгорело? Скидываю. Мне. Сейчас, подожди, Тер, подойди. Я на втором. Тер такой, я налутал 4000, да, а сам с печек забрал, да? Бонни, пока нету карпатского. Приятного мне аппетита. Нету? Приятного. Ты уже поименно всех знаешь. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного. Ага. Это кто? Он косой. Не. Ну, убей, сука, друг, я спасу тебя. Блять, я долго тебя спасал. Беги. Давайте, убегайте. Это уже с какой стороны летит-то? Я не знаю. Да с своего дома, блять. Адекватно, я кирку подобрал. Игорь Пидо. Так антихеда нету никакого? У меня изучен. Ну так тебе бы антихед, если ты перестреливаешь. Да я понял, да. Ну этот, металла нет плавленного. Съебался благополучно. Есть, что тебе надо? И 8. 8 надо есть? Нет, 8, да. А, хай квалити, не. Хай квалити 8. High quality? А, вот есть хай квалити, я накрафчу сейчас. Давай. Ой, наплавлю сначала. Выгружу печку. Ну только не забудь потом. Ой, адекват. Угу. Да. А ну, тут что-то по 20 плечо металла было. Так я забрал только что. Нет, такая руды по 20. Надо закинуть. Ну что, по 20 руды. А, это та крайняя печка, да, в ней заканчивалась. Я сейчас как раз хотел туда поставить. Да, сейчас я себе наплавлю на антихэд. Там же есть уже что-то. Короче, мне надо сейчас... Не, сульфура мало. Мастер, ты скрафтил себе маску эту? Да. Одевай ее, надо прикрытие. А, Оливер, ты мне опять нужен для грейда. Так, подожди, сейчас, Бонни, буквально 5 сек. Угу. Так. Ну, его нету пока. Можете строить. Все, поднимаюсь. Так, я спаник пока себе дропну на всякий случай, потому что я всех, по-моему, прописал, а себе не оставил. Mm-hmm. Все, враж. А у них там, смотри, да, у них там помещения всякие, они только строятся. Ну да. Ой-ой-ой. Да я утром залетал, у них вообще деревянный весь был.
Так, вот здесь вот так сделаем. Вот здесь пока не трогаем, тут тамбур у нас будет выходной. Прыгает, 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 кто пытается вас увидеть. Все, нормально, он по мне. Так, и здесь я даже не знаю, слушай. Наверное, вот так все-таки. И вот так. Оливер, потом сюда в начало самое. Угу. Вот так. Минус два. Хорош. И вот так. Все. Кого ты там минус? Хуй плеты одни. Повсюду, да? Бля, столько дерева. Так, двери надо. Ну, двери, да. А где ты есть, Эр? Далеко? Да нет, здесь неподалеку от дома фестиваля. На горе? О, хэдшот. Да, вот же. Кому хэдшот? Не-не-не-не. Да ладно, и мастеру хэдшот. Ну, мне херня. Ну, вот хорошо, маску себе скрафтил. Не спасла. В смысле не спасла? Мастера спасла, говорю. А, мастера как... спасла? А, да, я думал, да. Его тоже не спасла. Не-не, нормально. Ну, так. У меня без маски. Сразу, в ноль. Все сделано. Поднимаюсь. Ты за домом, да? Угу. Через скалы вот это пробежал, да? Да. В зимнем биоме, да? Да, почти. Я сюда домой бегу. У меня уже 15 тысяч дерева. Красавчик. Мало. Ой, блядь. Еще 15 надо. В смысле по мне стреляют, сука, вы, блядь? Я. Ты по нему стреляешь? Нормально, хуже. Да он на лестнике, его даже не видно практически. Да, я залутался. Угу. Так. Где ты есть? Нет, ты уже возле дома? Нет, еще побегу. Так, все. Так, все, Бонни, ничего грейдить не надо. Возле воды. Ну, только потолки там то, что остались, и все. Ага, понял. Да ебаный, сука. Вот, я тебя вижу, ты бежишь правее. Нет, я прыгаю. Не, вообще пустой. Надо все выкидывать. Да раз, блядь. Надо попробовать кран возле него построить. Может, с краном. Отлично. Изучил. Хорош. Какой, в смысле, кран? Нет уже блоков больше. Какой кран? А без блоков строится нормально. Я и без блоков строю. А чё изучил-то, блин? Куда а, ставить? Горизонталку. Абразуру. А, мне, скинь мне, я сейчас думать буду, да. Они стакаются, смотри. Ага. Короче, Бонни, я, блин, я говорю, я уже одну печку неправильно поставил. Мне как-то эти углы не очень нравятся. А как ты? В смысле, ты неправильно? Ну, она вылезает, понимаешь? То есть там, как бы, ее, если ставишь притык, то она закрывает переднюю. Понимаешь? А ее видно с улицы, посмотри? Ее видно с улицы. Ну, ее залутать нельзя. Смотри, она на пол печки, в принципе. Вижу, вижу, да. Тут давай я их сюда поставлю и не будем париться. Нет, можно три воткнуть, ее чуть-чуть на себя надо. Дай мне скинь. Да я понимаю, что их можно, но понимаешь, я уже считаю две печки. Оливер, понимаешь, что нам нужно место под склады. Там печки ты поставишь, но вот тут полки, например, угловые, я не смогу туда поставить. Эту печку ломаем же? С какую? Зачем ты ее ломаешь? А торчит? Да она не... Сейчас я выйду, нихера она там не торчит. У стены есть толщина своя. Да? Ну я понимаю, как будто торчит. Вот я сейчас выйду, посмотрю. Три печки. Так, сейчас свободно маленько, ты избрать. Сейчас я скину все и выйду, посмотрю. Ну-ка, скажи что-нибудь. Раз, раз. Раз, два, три. А другой кто-нибудь? Раз, 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 два, другой, да. Ой, и да, залупа. Вот это отлично. А еще кто-нибудь? Да. Тебе залуп есть? Да. Откуда ты тут? За нами следят. У нас зашел чувак. Вот. Чувак зашел, блять, говорю, алло. Куда он? Видишь? Сюда иди, сука. У меня даже нету ничего, убивайте. Шпион, блядь. Куда спрыгнул? Да наверх он пошел. Вот он, здесь, наверху. Эй, меня не убей. Дай его сахара, да уйди. Дай сахара. Гость местный. Нихера он бегает. Еще один. Ага. Ты голова черная, он нам дерево скидывает. Он пиздит что-то. Готов.
Карпатский это же сосед с болтом. Да, да. Сперен дом защил. Он нам штукарь дерево скинул, прикинь. А, это он у нас испиздил. В смысле, Ванка? Козел, блядь. Штукарь дерево скинул. Я не знаю. А у кого он мог забрать? Ящиком спиздил, наверное, и бегал. Нет. А ровно штукарь, откуда у него? Думаешь, ровно штукарь убил стоял? Нет, так, у тебя наш... есть лук? Да, вот эту печку надо вынести. Тебя. Нихуя, сука, да. Хитрый. Там у дома можно расхерачить дверь. Так, ну это херово, он всю обстановку нашел. Да не, он еще ничего не знает. У нас что, он печки увидел или что? Ну, чё где ты? Лут будет. У нас здесь дверь открыта, он сюда забегал. Его. В эту нычку тоже забегал. Не, он в нычку не забегал. Как? Он наверх побежал. Он физический ресурс. Он сразу наверх пошел. Вообще пиздец, как он забежал, чучело. А я дверь открываю, и он забегает. Ага. Ну вот это он и есть болтовочник карпатский. Ну вот все равно его сейчас его не будет просто-напросто. Там сульфур жарится. Ой, кто-то залутанный на бочке маленькой, это свои? Не. Опа, нихуя он залутанный. На маленькой цистерне. У броники. Адекват, ты где? На тебе болтовку. Адекват. Нахуй надо? Не. Да держи болтовку с патроном. На. Да бери. Ну. Мы с патроны упали и состакались. А что там? Я вижу кусок его лестницы. А, я тоже вижу. Но она не соломенная. А, она деревянная. Это штурмовая, что ли, лестница? Нет, это обычная деревянная. А что она криво стоит? А, повернутая, вот такая, которая вперед, назад. Ну там себе же тамбуров наставил, херово тут еще. Наверное. Сейчас назад рейтинг, это вообще нормально. Угу. Да нам сульфур надо плавить, нечем видишь. В смысле нечем? Дерева нет? Нет, сульфура нет жареного. А. Ну что, печки не торчат бы они там, нормально? Одна торчит, да. Да вот, она и торчит, я ее ломаю. Она, да, да, ломаю ее. Так, все, ставлю амбразуру. Все. Карпатский. В тамбуре амбразура есть. Надо так, все, скрафтила дверь. Хорошо. Так, теперь замок нужен. А, замки крафтишь? Замки крафтишь? Да. Давай. Чё-то, блядь, людей больше не вижу. Чё, все что ли, кончились? Походу, блядь, сука, негодяи. Да в зиме с броней, сука, не попадешь. Че он там скачет, виляет, что творит? Хедшот. Допрыгался. Да, замок стоит. О, вот это вообще нормально, Оливер, красавчик. Поставил печечки. Все, тамбур есть, архер, кто если зайдет, то здесь его и примем. Все, определил я место нашим спальникам. Так, дерево у меня. Вот так. Оливер, ты здесь? Да-да-да. Весь сульфур в печках или еще раскидать надо? Сейчас собираю, будет где-то, наверное, 2500 будет. Да. Тогда на крафт станешь, я тоже стою на крафте. Да. Мастер. Mm-hmm. Одна амбразура только скрафтилась, не стак в 3. У меня стаки были, я тебе стаками скидывал. Ты одну, наверное, поставил? Ну на да, ну и 200 металла, если что надо. Да. Ну. А я думал, она металла? Сразу один раз скрафтится и типа 3 сразу. Не-не-не, имею в виду, я 3 стакал, и они со стаками. 3, то есть крафтил. Да, я тебя угомонились. В смысле, ты меня сопровождать будешь? Ничего себе. Ну да. Забираю камень. Так, ну там, я не знаю, вот так вот примерно возьму. Хайквалитс 15 я скинул в ящик. Так, но я иду без оружия, так что прикрывай меня полностью. Все, хорошо. Погнали. Блять. Ага, спасибо.
Прикрывай меня везде, 18, мне уже. Стой, подожди, закройся. Нет, все, мы умрем. Закрой. Ну а чё? Сейчас, подожди, калибровку включу. Давай. Да она не помогает же. В смысле? Помогает? Она охуенно видна. Ее вернули уже давно. А, вернули опять? Да, пошли. Все, погнали. Такая же, как раньше. Беги, я такой скилки-ямки бегу, да? А с нами кто бежит? Адекват. Это вот это вот она? Что она? Аванпост. Да. Нахуй я тогда побежал? Я думал далеко, блядь. Все, он, блядь, в 10 метрах. Ну да, много прошел, правда? Ноги стер, да? О, костер есть, так. Вот его грейдинг. Я думал, мы там через полка. В смысле у меня билдинг блокт? А соседний дом же мешает. Я там, только я там, наверное, сам авторизовался. А вот, нет, все, я со шкафа выписал. Да. Они же в шкафу авторизовались. Они деревянную стенку там шестером вынесли, наверное, так радовались. Рейдеры, сука. А вот никого. Это нихера. Вот там и людей не было. Адекват всех порешал. Кого так. Я порешал? Всех спящих в доме. Когда? Да, было. Пиздец. Мне твоя слава не нужна. На обратном пути дерево добудьте, пожалуйста. А что, дерево вроде есть же, у нас много. Все уже заканчивается. Все уже не. Вы думаете, ресурсы не уходят? Конечно, уходят. Да, как в принципе и камень кончился. Да все кончилось. Кого тащишь? Ну, роду. Раба тащит, кто же будет добывать. 3000 есть. Ой, сишка и бабахи, землетрясение, блядь. Сишечка. А это граната, может? А, может и граната. Не, а тут продолговатый звук, не знаю. Ладно, пойду к химанут в сишке. Граната, она так раз и все, а это, блядь, так. Давай. Тянута. Так. Ну я, пожалуй, тогда пойду деревце утону.